тут между дровами. Хотят поставить. Я сказал, сюда пусть заносит. О, мне нисколько тут не мешает. Вот еще как. Китайскими словами написано. Я думаю, китайский это. Это не воры, Игнат Тихонович. Не воры. Давай, выкладывай. Мы поддон, а на поддон положим. Все, все, делай как лучше. Ты ж хозяйственный. А я не буду лезть. Так удобнее. Что ты где-то он пахать хочет летом. Главный агроном Корчинского был. Все. Вот разгружает, я тут встречаю. Хотел спросить, в Корчино, в твоем распоряжении, сколько гектаров земли было в Корчино вообще? В Корчино? Да. Когда я пришел, работа главного агронома было 15 133 гектара. Ты сюда громче скажи мне. Я говорю, 15 133 гектара было. Да. А потом стало 8 021 гектар. О. Понятно. 15 тысяч в Корчино. Мамонтовского района, Алтайского края. А это Алексей Семенович Сиськов, мой крестник. Ну и... О, кто идет? Ты еще ходишь тут, а? Я же сказал тут не ходить, тут голуби ходят. Ну, ну иди, иди сюда, иди скорее, иди, иди ко мне. Иди скорее. Да какие кошки ходят, это не моя, оно приблудное. Ну кормим, сытые такие, вот она. Разгружаюсь. Так, еще. Вы приходите ужинать. Я блинчики испекла. Суп. Блинчики испекла. Ну и хорошо, принесешь потом. Володя придет. Добрый день, Надежда Васильевна. Добрый день. Это вы. Скорчено. Алексей Семенович тут привез. Пахать думает где-то. Боры разные. Там у него тракторенок, говорит, стоит. Кошечка пошла к вам. Ты ее к себе запустишь. А, нет, там драка будет. Не запускай. Ага. Ты за собой дверь закрывай. Там сейчас случайно открой, и синька выскочит. Ну, уходишь. Дверь настежь не оставляй. Любовь Николаевна ушла. Ее нет, так что никто не открывает. Понимаешь? Ну, все, есть ответ. Ну, сказано, не открывай дверь-то. Зачем мне слова твои-то? Если эту дверь открыла, значит, а ту открываешь, она в это время шмыганет, и все. Уж было не один раз это. И все равно какие-то вякают слова. Ага. Закрой, вот так, как у меня. Что вы такие? Ну пусть на чашку чая придут. Растяп.